Сяо Цзэ любит быть рассудительным и много говорит. Поэтому он может очень четко во всем разобраться. Доводы его очевидны. И первое, что поразило всех, это столь характерная для него улыбка. Половина? Осталась ли половина от меча? У меня нет половины меча. Он выплеснет всю радость и счастье на поверхность и выпустит ее наружу. В сердце Скорпиона есть мысли, которые он не может не прятать в своем сердце. Я никогда не выражал своих чувств по поводу моей страны или редкой и прекрасной любви, которую я пережил за это время. Единственное, что он выражает всем, это счастье. Поэтому я думаю, что Сяо Цзэ — это, попросту говоря, счастливый человек.